Всем привет! Вы на канале Пластилин. Я недавно снимал ролик про поиск алюминиевых баночек. Мне тогда попался вот такой электродвигатель. Сегодня я решил его разобрать и посмотреть, сколько же там находится меди. Гайки откручиваются хорошо, скорее всего, двигатель выбросили не так давно. В некоторых местах пришлось использовать круглогубцы. Итак, все откручено. Снимаем крышку и видим нашу медь. Задняя крышка тоже снимается. Сделаны они из алюминия. Ну а теперь самое главное, нужно достать медь. Можно попробовать ее выпутать вручную, но это займет очень много времени. Проще взять ножовку по металлу и распилить проволоку. Ну а дальше просто ее вытянуть с другой стороны. Вот такое количество меди мне удалось достать из этого электродвигателя. Где-то килограмм черного металла и немного алюминия. Друзья, всем спасибо за просмотр. Если этот ролик вам понравился, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Дальше будет много интересного.